Пане Романе, ще по Авдіївці. Там справді дуже і дуже серйозні втрати живої сили противника, тому що починають вже ліквідовувати ті, хто про це говорить. Ну, але підають під іншим соусом. В чому суть? Є такий популярний в Росії воєнкор Морозов, його звати. Він вів популярний телеграм-канал, Z-канал, і він опублікував статистику, що при взятті Авдіївки загинуло, вмерло 16 тисяч російських військових. Потім він цей пост ліквідував, він мав протистояння з Соловйовим пропагандистом, і відповідно з'явилася інформація, що він наклав на себе руки. Ну, загалом Генштаб передає, що при штурмі Авдіївки загинуло загалом 47 орієнтовно тисяч. Ну, от воєнкор, я так розумію, цей видав цифру цих от останніх штурмів. Ну, 16 тисяч. Тобто втрати величезні, і Росія замовчує ці втрати. Ну, 47 – это под вопросом, скорее всего, не 200, это общие потери, они коррелируются со всеми цифрами. Около 15-17 тысяч погибших, об этом как раз и военкоры российские, которых, скорее всего, потом просто пристрелили, создав видимость самоубийства. Его легко создать, если пропечатать, даже писать не надо, можно напечатать в соцсетях какую-то записку. А с соотношением 1:3, 200-300 тяжелых, то это где-то вот 45, то есть 15, где-то 45 тысяч поврежденных, то есть до полусотни тысяч, может быть, где-то и так, плюс-минус 5 тысяч можно на это посмотреть. То есть потери у россиян очень большие в районе Авдеевки, но сама потеря Авдеевского гарнизона, потеря этого наступательного стратегического плацдарма, для нас это очень большой минус. Мы практически на несколько, ну, на определенное время, то, может быть, на год-полтора, потеряли возможность проводить наступательные операции сразу в Донецке. В Донецке, в Макеевке, в Ясиновации, давя на российские военные гарнизоны в этом районе, плюс дали возможность россиянам, отойдя от Авдеевки, дали возможность работать уже железнодорожная станция Ясиновато. Ясиновато очень большой развязка железнодорожная, если они туда сейчас... Пока в Авдеевке гарнизон стоял, там несколько километров до Ясиновато. Сейчас мы отошли, это уже за дальностью действия армейской артиллерии, а это значит, россияне будут использовать эту станцию для перевалки военных грузов. А это рядом с линией фронта, и по большому счету у нас еще будут большие проблемы на этом направлении, как раз с возможностью доставки боеприпасов россиянами практически под линию боевого соприкосновения. От, пане Романе, з'явилася кілька днів тому інформація, що, мовляв, росіяни перекидають певні формування з Куп'янського напрямку на східний, на Авдіївку. І що зараз кажуть бійці от на сьогодні, на ранок, на 22 лютого, по Куп'янському плацдарму? Кажуть наступне. Куп'янськ може трошки видихнути та взяти паузу. Противник не концентрує ударні групи для штурму міста. Схоже, ця ідея була покинута з часів розборів біля Синьківки. Тут маленький населений пункт Синьківка, яку вони так і не взяли, хоча кричали, що будуть брати. І от наші хлопці, навпаки, мають певні успіхи на околицях з перспективою для розвитку успіху. І далі кажуть наші військові, поки все, та й взагалі по цій ситуації не варто багато говорити. Наскільки справді перспективним може бути Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, тому що багато місяців ми з вами говорили, концентрували велику силу, техніку, але нічого не вдається. Синьковка – это такой ключ из-за расположения, ну, в основном за счет поверхности, там довольно-таки сложная поверхность для выполнения широкомасштабных наступательных операций. И вот Синьковка – это такой ключ к взятию Куп'янська со стороны россиян. Они ее не прошли. Грамотное расположение войск, хорошо проведенные фортификационные мероприятия, достаточное количество, как ни странно, боеприпасов на этом направлении, плюс серьезная авиагруппа, так называемая. Там у нас довольно-таки много беспилотников и хороших специалистов, которые управляют беспилотниками, удержали российские войска. И практически они пока на данный момент, по крайней мере, сняли давление на Куп'янськ. Дело в том, что они просчитывают некоторые периоды, и вот не получается у них Куп'янськ, допустим, взять даже по их расчетам, сколько бы у них не было сил, средств,
У них не получается взять Купинск, допустим, до 17 марта, до перевыборов Путина. Потому они сняли эту задачу. На данный момент перенесли чуть южнее. Это район Белогоровки. Они будут пытаться выровнять фронт. То есть район Белогоровки – это одна из опасных направлений. Белогоровка-Сиверск – это вклинение, которое россияне будут пытаться срезать. Оно вот видно, кстати, очень хорошо на карте, как вклинение. То есть одна из проблем – дело в том, что Белогоровка находится рядом с Лисичанском. И понимая, что с этого стратегического наступательного плацдарма мы можем выполнить боевую задачу, если особенно этой весной, и боясь потерять Лисичанск, они будут пытаться срезать сейчас это вклинение. Это одно направление. Второе направление по югу, куда перебрасываются войска, район Бахмута, это движутся в сторону Часовьяра. Третье, это мы уже говорили, вместе с войсками с Авдеевки, это в сторону Маринки, то есть южнее на Победу, на Новомихайловку. Есть достаточное количество войск и в районе Волновахи. Не просто так там построения проходят, и мы их отминусовываем. Так вот, в районе Волновахи около 30-40 тысяч россиян рассредоточено на общее направление на Угледар. То есть Восточный фронт у них в приоритете в ближайший месяц. Это как точно идет просто перераспределение сил с тех участков, которые признаны на данный момент неперспективными. Пане Романе, і от заява Єнса Столтенберга по авіації F-16. Я процитую, а далі проговоримо. Щодо використання F-16 по території Росії. Цитуємо, у різних союзників дещо різна політика щодо цього, але загалом це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдання ударів по законних військових цілях, російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право. Пане Романе, чи можемо ми ці слова оцінювати як дозвіл НАТО, дозвіл наших союзників використовувати F-16 по території Російської Федерації? Ну, это как минимум личное мнение Столтенберга, это его, он же его высказал как свое личное мнение и как видение ситуации как таковой. Но тут же оговорился о том, что принимать решения будут каждая из стран, которая передает вооружение. Ну, дело в том, что это если по наземным ракетам и по беспилотникам, другое дело по авиации. Самолет сам по себе не является ударным средством, ну, по крайней мере, если не используется пушка. А ударное средство – это ракеты или авиабомбы, которые он несет. А это уже другой вопрос. То есть самолет может использоваться для сброса ракет или авиабомб, а уже ракеты могут быть другого производителя. Допустим, ракеты американские, самолет норвежский или датский. Так вот, датчане разрешат использовать самолеты, делайте с ними что хотите, вы же не будете ими пулять по Москве. Допустим, ракеты американские, здесь уже мы упремся в Белый дом, который скажет, нам все равно откуда и куда, но ракеты не должны заходить на российскую территорию. Мы упремся в эту проблему. Потому заявление Столтенберга, оно, конечно, греет нашу душу в этом смысле, но еще очень много работы с нашими партнерами для того, чтобы у нас не было каких-то ограничений. Ну вот, исходя из работы Патриота, по крайней мере, с прошлого года, после того, особенно как положили российские самолеты над Клинцами в Брянской области, ну, есть надежда на то, что американцы тоже не будут сильно против, если будут, может быть, какие-то уточнения по целям, для того, чтобы мы дальние средства поражения использовали и по военным объектам на российской территории. Ну, хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться.